Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Стоимость ОСАГО для водителей, которые привлекались к ответственности за пьянку, может вырасти в 5 раз. Это инициатива Федерального министерства финансов. Кроме того, как сообщалось ранее, ведомство хочет реализовать еще ряд новшеств по части автогражданки. Увеличить срок ее действия до 3 лет. Отказаться от территориального коэффициента и коэффициента мощности двигателя. И, наконец, ввести 3 разновидности ОСАГО с разным лимитом выплат. До 400 и 500 тысяч рублей, как сейчас, до 1 миллиона и до 2 миллионов рублей. Трасса 101. Автошколы попросили руководство ГИБДД, данная идея озвучивалась и ранее, разделить водителей на любителей и профессионалов. При этом учебную нагрузку на первых, сообщает газета.ру, следует сократить примерно на треть. А тех, кто планирует трудиться, водителям надо не только учить лучше и дольше, но и контролировать в процессе работы. К примеру, благодаря внедрению чипированных водительских удостоверений, которые будут служить пропуском за руль. Трасса 101. Начались продажи дизельной модификации Renault Kaleos. Работающий на солярке 177-сильный 2-литровый агрегат тратит на сотню в среднем около 6 литров топлива. Цена вопроса минимум 2 миллиона 219 тысяч рублей. Отмечу, что легковушки и внедорожники с дизельным двигателем большой популярностью в нашей стране не пользуются, да и выбор их невелик. Трасса 101. Омские гаишники в панике. Местные автомобилисты объявили войну передвижным камерам фиксации нарушений, называемым в народе «треногами». Они попросту крушат устройство, чем придется. К охране спецэлектроники решено привлечь казаков. Впрочем, и они недовольным водителям не помеха. Одного казака, сторожившего камеру, даже побили. Пора, видимо, омичам перенимать кировский опыт, помещать радары в железные ящики. Знаменитый американский внедорожник «Хаммер» одна из австрийских компаний превратила в электромобиль. Машину массой более 3 тонн оснастили 2 электромоторами, по одному на ось, общей мощностью 500 лошадиных сил. Батарея на сотню киловатт-часов обеспечивает запас хода в 300 километров. Максимальная скорость – 120 километров в час. О серийном выпуске авто речи не идет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.